вы сами все видели. Пошли. Первый период проспали, потом вроде вернулись в игру. Даже в конце третьего повели в счете, но удаление и не выстояли, пропустили. Плюс потом глупый гол опять какой-то серийный. И мне тяжело поверить в такой результат. Сказать нечего особо. Первый период почему проспали, с чем это связано? Да тяжело сказать, вроде все готовятся к каждой игре рядовой. В каждого своя подготовка, не знаю. Тоже тяжело объяснить. Все профессионалы вроде должны выходить готовыми, а вот так получается. Ну, будем делать выводы из таких матчей. Вот с третьей пропущенной шайбы опустились руки? Да нет, почему опустились-то? Там счет стал 3-3, правильно? Ну, почему опустились? Просто опять как нелепо получилось, пошли бить там на синий, обрезались. Ну, как-то все опять, не знаю, как объяснить, против нас получилось, что ли. У нас частенько такое бывает, просто надо от этого избавляться. Играть поумнее в концовках, и все будет хорошо. В воротах Борыса сегодня дебютант играл. Вы как-то обсуждали, что надо бросать побольше? Да, нам тренер сказал, и Бен нам сказал, что молодой вратарь, надо больше бросать. Мы, в принципе, бросали, старались. Ну, забили 3 гола, пропустили 4, что тут говорить. Значит, хорошо он сыграл. Позади 6 домашних матчей. В целом довольны вот этой серией? Знаю, в принципе, половину взяли, но могли взять больше, потому что в концовках проиграли 2 матча. В принципе, на этом надо учиться, делать из этого выводы. На ошибках учиться, будем учиться на своих. Наша команда уезжает всего на один матч на выезд. Это сложно вот так вот перестраиваться туда-обратно? Да нет, уже первый год все в хоккее, уже все привыкли. Ты, может, в каком-нибудь Владивостоку тяжело перестраиваться, а нам тут час-два лететь, потом обратно, ничего страшного.